Страшное ДТП в Краснодарском крае. Ночью на загородном шоссе лоб в лоб столкнулись «Волга» и микроавтобус «Пежок». Погибли 6 человек, оба водителя, трое пассажиров отечественной легковушки и несовершеннолетний пассажир иномарки. По предварительным данным, виновата «Волга». Машина по непонятной причине выехала на встречную полосу. По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.